Я не мог жить без нее и боялся потерять. Но она отравила все мое существо ядом сладострастия. Слушая ее рассказ о дивном утре вселенной, можно было подумать, что она современница юности мира. Что ноги царицы не были покрыты шерстью и не завершались козлиными копытами. Что Валтасар вовсе не уходил вслед за открытой им звездой приветствовать младенца. И что за него там был евнух. Евнух его гарема Менгир. Эфиоп. Ведь все черные.